каждый из нас в какой-то степени любит себя. Кто-то считает себя частью единого целого, а кто-то считает себя единым целым. И в каждом из нас обязательно присутствует отличительная черточка. Я же называю эту самую черточку талантом. И на этой неделе проект Imagine, я, Настя Кетч, Geometria.ru, открывает охоту на таланты. И в клубе Маэстро, и в клубе Правда мы найдем настоящие талантище. Охоту на таланты объявляю открытой. Здесь проходит эмансипати, что в переводе, как сказал вот этот самый мальчик, означает вечеринка освободителя, так ли это? Да, это действительно так. Сегодня мы решили сделать для вас, девушки, подарок от клуба «Маэстро». Мы хотим делать эти подарки постоянно, но сегодня этот подарок именно для вас. Наслаждайтесь, ешьте бесплатные конфеты, пейте шампанское и любите вот таких вот красивых мужчин. Считаете, талантливого человека, как его можно из толпы выделить? На самом деле, талантливый человек, его видно сразу, у него глаза светятся по-особенному, так по-талантливому, знаешь. И по танцу, в принципе, тоже видно, ну не так, как все танцуют. Достаточно оригинально, зажигательно, ну как мы, например. Он должен обладать амбициозностью, открытостью, не бояться ничего, обязательно яркая внешность, да. Ну, я думаю, толпа сама выделяет талантливых людей, а не он выделяет себя из толпы. Талантливый человек – это, наверное, ты, Настя. Ты задаешь такие хорошие вопросы, которые ставят меня в тупик. Какими талантами ты хотела обладать в детстве? Я хотел быть стюардессой. Вот когда танцевал, я хотел быть организатором и тусовать со звездами. Ну, в детстве я мечтала вот стать моделью, да, мечтала, чтобы у меня была замечательная фигура. В итоге стала моделью, но разочаровалась в этом немного, вот. Я хотел научиться летать. Я мечтала стать художником, но как-то не пошло, она стала госслужащим. Наверное, как и все космонавты. А вот как считаешь, клубная атмосфера, вот это посещение клубов, тусовки, оно может помочь как-то развить таланты? Да, конечно. А как? Общаться, научиться с людьми. Заставляет тебя одеваться лучше, выглядеть лучше. Стремишься к этому. Клубного человека превращает в раскованного более. Заводишь новые знакомства, открываешь что-то новое в себе. Ну, я считаю, что клубная жизнь вообще влияет на все. То есть на образ жизни, там, на образ, на манеры, на все. Ну и, конечно, на раскрытие талантов.
много. Поэтому сегодня мы с вами присутствуем на талантливо созданной вечеринке «Динамика 2». За это нам стоит благодарить Видоса и диджея Павловски. Сегодня здесь соберутся самые талантливые люди, готовые отрываться и веселиться. И специально для вас об этом расскажу я, Анастасия Кетч и проект Imagine Geometry.ru. Как отыграл? Привет, очень рад здесь был играть. Замечательный клуб, и здесь очень весело. Я знаю, ты первый раз в Петербурге. Расскажи, как тебе? Да, я здесь всего 3 дня. Еще ничего толком не видел. Все, что я видел, это клуб. Люди зажигают на танцполе. Все кричат, веселятся. Хорошая публика. Мне нравится как и Москва, так и Санкт-Петербург. Лично тебя отличает от других людей? Ну, понимаешь, тут тяжело говорить об отличиях. Я просто стараюсь играть качественную музыку, а не модную. Если трек хорош, то мне не важно, модный он или нет. Рассказывай, какими талантами ты обладаешь? Я обладаю огромным количеством. Первый талант — выхватывать микрофон, но не получается. Второй талант — могу много безостановочно говорить. О плохом, о хорошем, могу материться, могу не материться. Я могу талантливо лечить людей. Ты доктор? Ну, типа того, да, в каком смысле. Санкт-Петербурга влияет на развитие в человеке талантов? Петербург — тяжелый город. Наверное, черный. Наверное, давит. Наверное, стимулирует к чему-то. Мне кажется, что те люди, которые претендуют на какой-то культурный талант в Санкт-Петербурге, они в каком-то смысле, ну, депрессивные люди. Не хотелось бы быть, наверное, таким. Ну, зато когда солнце светит, хочется радоваться этому. Да, ну как на контрастах, да, ты как бы выбегаешь. Вообще, клубная индустрия, она как-то влияет на развитие в человеке талантов? Конечно, влияет. А как? Элементарно влияет. Я хочу сказать, что мы с вами потом можем об этом поговорить, но на самом деле влияет на развитие внешних талантов и внутренних. То есть, как бы человек развивается, я считаю, духовно изнутри. Несомненно, штука хорошая, а тем более хорошо, когда ты этим самым талантом обладаешь. Итак,
чем отличаемся мы от других, чем другие отличаются от нас. Сегодня мы, дорогие зрители, обсуждали с вами. Мне было очень интересно узнать ваше мнение. И надеюсь, вам самим будет интересно узнать мнение других. А с вами была я, Настя Кетч, специально для проекта Imagine, Геометрия.ру.